Что будет с оставшимися гаражами около стройки спортивного ядра 4-й школы? Работы ведутся, гаражи убирают. На сегодня не все гаражи убраны. Где-то проблема, что не могут найти хозяина, да, где-то проблема, что хозяин есть и готов перевезти, но тут есть проблемы с техникой для перевоза, да, то есть, ну, проблемы существуют на сегодня, но вопрос решается, гаражи потихоньку уберутся, я думаю, уберутся все. Если не найден хозяин, у нас есть положение, принятое по бесхозяйным объектам, то есть люди уведомлены, объявления были развешаны еще вот до последних объявлений, до этого были развешаны о том, что собственник обратился к нам и самостоятельно убрал гараж. То есть, если там сроки будут выдержаны, дальше будем подавать в суд на признание этого объекта бесхозяином, да, а дальше его будем убирать уже. Мегамаркет «Континент» приглашает за покупками. У нас огромный выбор одежды и обуви для всей семьи по низким ценам. Шоппинг в мегамаркете «Континент» – это всегда приятные покупки. Еженедельное поступление товара и экономия семейного бюджета. Дом торговли, переулок Революционный, 6, 2 этаж.